Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, друзья, мы рады приветствовать вас от лица Следователь Следственного комитета. И хотел бы начать выступление со слов благодарности организаторам нашего форума, нашей конференции. Это уже третья конференция на эту знаковую, значимую, очень важную тему. Ведь геноцид человечества, уничтожение людей по национальному, этническому признаку – это самое страшное преступление в истории человечества. И очень важно, чтобы сегодня мы, наследники победы, и в том числе следователи Следственного комитета, внесли свой вклад в то, чтобы преступления, о которых мы сегодня говорим, не остались без наказания. Потому что это преступление без срока давности, это геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны. Очень важно говорить сегодня об этом и потому, что геноцид, фашизм, нацизм сегодня появляется в странах Европы. И практически национализм господствует сегодня на Украине. Сегодня очень правильно говорили, что нет такой семьи, которая бы не испытала ужасов Великой Отечественной войны. Я могу сказать немножко о личном. Мой отец и мать защищали Ленинград. Отец в Кронштадте, мама в береговых частях Балтийского флота. Мою бабушку, тетушку и двоюродную сестру немцы пытались сжечь на Псковщине. Только за то, что мои родственники помогали партизанам. Именно партизаны в последний момент спасли моих родных людей. Другую тетушку гнали фашисты в немецкое рабство. Она находилась там более 3 лет. И я не понаслышке, а из уст моих близких и родных людей знаю, что такое фашизм для Ленинградской области, для всех советских людей. Сегодня 21 ноября, а 20 ноября начался Нюрнбергский процесс в 1946 году. Я хотел бы доложить вам, что еще до Нюрнбергского процесса, до окончания войны, советские следователи уже вели расследование тягчайших преступлений фашизма. 2 ноября 1942 года была создана в СССР чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. В ее состав вошли известные ученые и авторитетные общественные деятели. Эта комиссия провела огромную работу. Она рассмотрела более 50 тысяч актов и 250 тысяч протоколов допросов свидетелей нацистских преступлений. Подготовленные ею материалы были в дальнейшем использованы во время открытых процессов над гитлеровцами и их пособниками, а также в ходе Нюрнбергского трибунала. В 1943 году был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников. Этот указ стал юридической основой для проведения судебных процессов над нацистами на территории Советского Союза. Только за период с 1943 по 1949 год такие процессы прошли в 21 советском городе, пострадавшем от рук нацистов. И, конечно, советское следствие той поры сыграло огромную и решающую роль в назначении наказания главным военным преступникам. Ведь для советских юристов анализ доказательств, работа по расследованию была не только профессиональным долгом, но и большим моральным долгом и обязанностью. Следственную часть при главном обвинителе от СССР Романе Андреевиче Руденко входили блестящие юристы,
Георгий Николаевич Александров, Николай Андреевич Орлов, Сергей Каспарович Пирадов. В качестве консультанта выступал известный ученый, член-корреспондент Академии наук СССР, профессор МГУ Арон Наумович Тройнин. Именно этим профессионалам Родина доверила высокое право и обязанность судить нацистских преступников, то участвовать в расследовании их злодеяний. Наши специалисты тогда изучили более 5000 подлинных немецких документов. Советские следователи подошли к допросам главарей нацизма с особой ответственностью. В результате решения Нюрнбергского трибунала стало триумфом принципиальности и высокого профессионализма выдающихся советских юристов. К сожалению, на Нюрнбергском процессе и других послевоенных процессах далеко не все преступники были осуждены. Многим нацистам, виновным в геноциде мирного населения и военнопленных, удалось скрыться от правосудия и избежать наказания. Поэтому сегодня Следственный комитет России, тщательно изучая архивные данные и свидетельства очевидцев, продолжает установление всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц к ним причастных, реализуя принцип неотвратимости наказания. Активную работу проводят сегодня следователи специально созданного в Главном следственном управлении Управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма. В настоящее время уголовные дела о геноциде мирного населения Волгоградской, Новгородской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, в Крыму и в иных оккупированных в годы Великой Отечественной войны регионах собраны, соединены в одном производстве. В этих субъектах России Следственный комитет совместно с волонтерами проводит поисковую и архивную работу. Продолжается работа и по установлению ранее неисследованных мест массовых захоронений мирного населения, и сегодня об этом уже говорилось. Я приведу еще один пример подобного рода. В мае 22 года в деревне Микулино Московской области на территории областной психиатрической больницы обнаружено массовое захоронение пациентов лечебного учреждения, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в октябре-ноябре 1941 года. Сегодня найдены останки 102 человек с признаками насильственной смерти. Всего по данным предварительного следствия и архивным материалам, в указанный период здесь было уничтожено более 500 пациентов указанной больницы. Вот эти ужасные способы ведения войны сегодня, к сожалению, продолжаются и в наше время. У нас есть факты, когда вооруженные силы Украины на Донбассе врывались в больницы, и в том числе психиатрические больницы, занимали первые этажи и создавали там укрепленные районы, укрепленные позиции. И как немецкие фашисты, они прикрывались живым щитом больными людьми. Сегодня нами допрошено почти 4000 человек, бывших узников концлагерей и пересылочных лагерей. Они содержались на оккупированных территориях России, Белоруссии, Украины. Оттуда многие были угнаны в Прибалтийские республики, в Германию, в Восточную Пруссию и иные европейские государства. В ходе изучения архивных материалов следствием собраны достоверные данные, говорящие о целенаправленном уничтожении нацистскими карателями и их пособниками населения Советского Союза. Только в этом году на основании собранных нами документов судами Орловской, Ростовской, Брянской, Ленинградской областей, Республики Крым, Краснодарского края, города Санкт-Петербурга установлены юридические факты
геноцида населения указанных территорий в годы оккупации. Чрезвычайно важным стало решение о признании блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны военным преступлением, преступлением против человечества и геноцидом народов Советского Союза. Сегодня достоверно установлены и документально подтверждены факты целенаправленного разрушения немецко-фашистскими захватчиками северной столицы, совершения массовых убийств мирного населения и советских военнопленных. В качестве методов нацистские каратели изобрели продовольственную изоляцию и массированные обстрелы и бомбежки. Еще до нападения на СССР в планах военно-политического руководства нацистской Германии отмечалось, что крупные индустриальные центры, включая Ленинград, не будут снабжаться за счет черноземных зон, предназначенных для снабжения немецкой армии, а жители этих центров погибнут или вынуждены будут переселиться. Дальнейшие приказы и директивы Верховного командования Вермахта говорят о том, что нацисты не планировали захват Ленинграда, не собирались принимать его капитуляцию и намеренно не выпускали из города его жителей. Таким образом, совершенно очевидно, что блокада Ленинграда не была вызвана военной необходимостью с целью дальнейшей его оккупации. Этот план уничтожения голодом был частью общей разработанной Гитлером и его начальниками концепции войны на уничтожение. О намерении реализовать этот план говорит, в частности, выбор цели для бомбежки Ленинграда. Массированные артиллерийские обстрелы были ежедневными, иногда по несколько раз в день, и по мирным объектам главным образом. Все это привело к разрушению не менее 3000 и повреждениям более 7000 зданий в Ленинграде. Очень похожую методику украинские нацисты применяли в Мариуполе. Мы там были, смотрели, что осталось от Мариуполя. И мне кажется, если сравнить фотографии блокадного Ленинграда и то, что мы увидели в Мариуполе, Мариуполь был разрушен больше, даже чем Ленинград. И главными объектами Мариуполя были школы, детские сады, дома, больницы. Сегодня мы знаем, Мариуполь восстанавливается. Но мы сегодня, работая на территории Донбасса, Украины, фиксируем разрушение, ущерб и сколько нам придется вложить финансовых средств, строительных усилий, чтобы восстановить Мариуполь. История повторяется. Повторяется история фашизма в современных условиях, особенно на Украине. Собранные материалы говорят о намеренном разрушении нацистами уникальных памятников и архитектурных ансамблей Ленинграда. Это тоже были объекты бомбежек и обстрелов. Военным трибуналом Ленинградского военного округа в декабре 1947 года было установлено, что немецко-фашистскими захватчиками варварски разрушены, сожжены и ограблены дворцы и парки в Павловске, Пушкине, Петергофе, уничтожена знаменитая система петербургских фонтанов, разграблено свыше 100 тысяч музейных экспонатов и не меньшее количество ценных книг. Массированным обстрелом подвергался Государственный Эрмитаж. Подобные действия нацистов были направлены на ликвидацию любых напоминаний о русской цивилизации и искоренении ее исторической и культурной самоидентичности. Все собранные следствием доказательства и установленные факты стали подтверждением того, что эти преступления являлись частью плана немецко-фашистских захватчиков по истреблению мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа.
Сегодня мы должны знать, это подтверждается документами, фактами наших расследований, что в реализации этого бесчеловечного плана на территории Ленинграда, Ленинградской области, были задействованы не только войска нацистской Германии, но и вооруженные силы Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, а также добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов. И здесь тоже есть основания для проведения аналогии. Как и во время Великой Отечественной войны, уничтожение русского мира, сегодня участвуют не только украинские националисты, но и иностранные наемники и многие из тех стран, которые я только что перечислил. После распада Советского Союза и становления Украины как отдельного государства, украинские власти пытались привить своему народу новую, так называемую бандеровскую идеологию, основу которой составляет украинский национализм. Новый политический и социальный вектор развития определил нынешний путь Украины, ее внутреннюю и внешнюю политику. А сегодня нацизм – это официальная идеология Украины, на территории которой уничтожается память о нашей общей истории. Те же процессы происходят и в западных странах. Каждому факту оскорбления памяти, реабилитации нацизма, следователи Следственного комитета дают и будут давать надлежащую правовую оценку. Наши следователи 2014 года ведут расследование преступлений украинских военных и националистов. За это время возбуждено уже более 2000 уголовных дел, в том числе в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических организаций и также представителей украинских силовых структур. Мирные жители Украины открыто рассказывают нам, нашим следователям, о том, что происходило в этот период. Мы допросили 240 тысяч человек, признали потерпевшими 114 тысяч, в том числе более 16 тысяч несовершеннолетних. С 2014 года в результате преступлений киевского режима ранение получило более 8 тысяч мирных граждан. 4800 человек гражданских лиц погибли. Однако даже при наличии реальных правовых инструментов, которые были созданы ценой больших усилий и горького опыта, коллективный Запад не только предпочитает не замечать события, происходящие на территории Донбасса, но и активно способствует сегодня совершению этих жестоких преступлений. Из самых актуальных проблем сегодняшнего дня мне бы хотелось отметить две. Первое – это создание органов Следственного комитета России в новых субъектах Российской Федерации, в Донецкой и Луганской республиках, и в Запорожской и Херсонской областях. Мы уже приступили к этой работе. Соответствующий приказ я подписал. И второе – это формирование Международного трибунала по расследованию злодеяний преступного киевского режима на территории Украины по аналогии с Нюрнбергским и Токийским международным трибуналом. Мы знаем, что европейские страны сегодня проводят свое расследование и готовят судебные заседания в Международном суде в Гааге. Убежден, что и мы должны подготовить свой адекватный ответ и создать эффективный и активный судебный орган, куда войдут Россия и ее союзники.
Уважаемые участники форума, сегодня уже говорилось о том, что в 23-м году исполнится 80 лет прорыва блокады, в 24-м году полное освобождение города от фашизма. Это святые даты в истории страны, нашего великого города, и, конечно, мы должны отметить их достойно. И прежде всего, нашей активной работой, и не только по расследованию и осуждению, но и практической помощи тем, кто в этой помощи нуждается. Мы активно работаем по оказанию помощи беженцам с территории проведения боевых действий на Украине. Особо чуткое внимание уделяем детям, включая детей и сирот. Приоритетными задачами в данном направлении мы считаем обеспечение качественной медицинской помощи, решение жилищных вопросов, адаптация к российским образовательным стандартам, психологическое сопровождение беженцев, наставничество. К настоящему времени с территории боевых действий на Украине в Россию прибыло более 712 тысяч детей. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены на реабилитационный отдых, устроены на обучение образовательной организации, в том числе и в учебные заведения Следственного комитета, это Московская и Петербургская академии и 5 кадетских корпусов. Нашими студентами ведомственных академий совместно со штабом движения «Мы вместе» оказывается шефская помощь прибывающим гражданам, в том числе и детям. В период летних каникул в настоящее время наши студенты оказывают помощь раненым, военнослужащим, проходящим лечение в военных госпиталях, а также прибывшим из зоны боевых действий детям, находящимся в социальных учреждениях. Предлагаю в этой связи подключиться к указанной волонтерской работе студентов всех вузов, не только Петербурга, но и всей страны, и рассмотреть вопрос о введении летних трудовых семестров на постоянной основе. Дорогие друзья, наш общий долг – не просто чтить память погибших за свободу и мир на земле, а всеми силами защищать сегодня то правое дело, за которое они сражались и отдавали свои жизни. Уверен, что итоги сегодняшнего форума станут еще одним значимым стимулом для сохранения коллективной памяти о доблести нашего многонационального советского народа, воспитания подрастающего поколения на героических деяниях предков, без которых невозможно величие, могущество и процветание отчизны. Наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами. Спасибо за внимание.